Уважаемые партнеры, сегодня у нас интересный исторический день для нашего хозяйства. Вы знаете, что мы работаем по всему миру, и в Казахстане, и в Азербайджане, и в Литве, и в Кипре. Но сегодня у нас есть шанс развить свою деятельность и в прославленной горной стране Северной Осетии. Это южные, так сказать, границы Великой России. И у нас в гостях сегодня Сослан и Тамерлан. Люди, которые хотят посадить очень серьезные плантации ореховые в этой стране. И я хотел бы, чтобы Сослан сказал о своих планах пару слов и передал привет Северной Осетии. Вас будут видеть на наш сайт посещаемый. Пожалуйста. Очень большое спасибо за теплый прием. За все увиденное, которое мы сегодня видели, за все внимание, которое нам сегодня уделили. И после этого надеемся, что у нас огромные надежды, что у нас будет достойный сад, который мы сможем передать своим младшим, своим потомкам. Народам Кавказа свойственно думать о будущем. Мы такие, те, что ползаем по равнине, мы иногда об этом забываем. Но у них старики – это святое, родители – это святое, земля – это святое, дети – святое, будущее – святое. И я хочу сказать, что мы счастливы нашей командой, и Ткаченко, и мы, значит, принять в этом участие. Мы сделаем все необходимое, чтобы там появился образцово-показательный сад. Притом эта площадь достаточно серьезная. Единственное условие, которое я поставил этим двум горным орлам, чтобы этот сад был доступен для показа, и чтобы мы имели там опорный пункт. И так как мы обычно заканчиваем видео, в добрый путь. Успехов вам. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Руки вместе. Спасибо. В добрый час. Быть хорошему саду, да, Северной Осетии. Благодаря вам.